Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня покажу вам кое-что интересное. Короче говоря, недавно я наткнулся на комьюнити по Angry Birds в Game Jolt. И там, короче, разные модификации по ней можно было найти, и среди них были также и разные порты всякие. Вот среди них я нашел порт старой версии Angry Birds Friends, игры Angry Birds Friends, выходившей в социальной сети Facebook. Для компьютеров, собственно говоря. Эта игра Angry Birds Friends, она, собственно говоря, и была на компьютере. Она была запускалась с сайта Facebook. Ну и вот, ее сделали так, чтобы ее можно было скачать и запускать прямо оттуда. И, впрочем-то, работает она очень даже сносно, не тормозит никакой. А этот флеш-плеер не нужен, кстати, был. Чем старая версия интересна? Ну вот, как видите, вот интерфейс, очень похожий на тот, что был в Angry Birds Chrome, который мы играли. Но здесь, как вы видите, действительно старая версия. Сейчас эта версия Angry Birds и по сей день существует, но она сейчас абсолютно другая. Абсолютно другая, не такая, как мы видим вот сейчас. Вот эти все эпизоды потом исчезли. Короче, это версия 2012 года, здесь есть один уникальный эпизод Green Day, о нем поговорим чуть позже. Короче говоря, эта версия вышла в 2012, по-моему, году. И в ней, собственно говоря, поскольку она называется Friends, в этой игре мы играем и сравниваем достижения со своими друзьями, там, счеты, очки и так далее. Это довольно-таки интересно, я бы сказал. И, собственно говоря, есть вот такой вот турнир, правда, он, к сожалению, не откроется, потому что в этом порте интернет, так сказать, не проведен, и сервера этого турнамента уже давным-давно закрыты. Игра же изменилась. Здесь другое же все было. Вот, к сожалению, с января 2020 года вот эти все эпизоды исчезли. Игру переделали на движок Unity, поскольку Або флешплеер закрылся в конце 2020 года. Там ее решили переделать. И были также удалены вот эти все эпизоды. Могучий орел был удален. Усиления, по-моему, тоже были удалены. И мобильной версии, кстати, изначально вот этих эпизодов не было. Там был только турнир, по-моему. Ну и выпустили эту игру, кстати, не только для браузеров Facebook и мобильников. Еще выходила специальная версия для Windows 10. Еще где-то выходила. Нет, тут информация открыта. А, нет, больше не выходила нигде. Ладно, короче, что говорим, давайте уже смотреть. Ссылка на скачивание этой версии будет в описании. Я когда тогда же, 10 лет назад, в нее играл, кстати говоря. Правда, поиграл ее 1-2 раза. И я расскажу, почему, кстати. Во-первых, мы видим два эпизода из оригинальной Angry Birds, Porsche Tex и этот Mighty Hawks. Еще в этой игре появился эпизод Surf and Turf, который, кстати, который чуть позже перекочевал тоже в оригинальный Angry Birds, но попозже немного. Есть также эксклюзивный эпизод Пигни Бич, который, как вы понимаете, был удален в 2020 году. Ну и Green Day — это специальный эпизод, который в этом обновлении выходил на некоторое время. В конце 2012 он исчез. Появился там другой эпизод в честь Пасхи, какой-то там Pig Tales. И вот, собственно говоря, он был и до конца, собственно говоря, срока, до января 2020-го. Давайте посмотрим вообще. Ну, геймплей тут, в принципе, такой же, что и в Chrome, да и во всех других оригинальных Angry Birds'ах.
Но есть усиление. Вот могучий орел, пожалуйста. Могучий орел был и в Chrome версии, а тут, ну, тут еще и усиление. Усиление, кстати, такие же, как на Android. Что-то я не туда стрельнул. Мы не будем это все проходить, и мы просто посмотрим, я так сказать, обозреваю. Здесь есть тоже такие же кнопки, как Angry Birds Chrome. А здесь мы видим, не знаю, камера, наверное, загораживает. Но здесь, короче, должны быть аватарки наши. Но поскольку это порт, здесь ерунда какая-то. Предлагают рекламу 90 пауэрапов бесплатно, что-то там я пробовал, она не открывается, потому что, как я уже говорил, в интернет эта игра уже не войдет. Есть кнопка подсказки, собственно говоря, отключение звука, ну и полноэкранный режим переключение. Как я уже говорил, ссылка на скачивание этой версии будет в описании, но с одним, с одним минусом. Прогресс, к сожалению, не сохраняется. После перезапуска игры у вас будет все на нуле. Ох ты, нифига себе. А почему яйцо только со второго раза появилось? Короче, здесь появилось много Golden Eggs, золотых яиц. Причем довольно-таки легких местах. Вот про это яйцо я, кстати, забыл, не помнил, что оно тут появляется. Есть несколько, не одно, не два, а несколько аж яиц, которые появляются прямо в меню самом. Ну, как минимум 4 яйца таких было. По звукам все то же самое, что в Chrome версии. Четвертый уровень. Давайте усиление попробуем использовать. Подсказку нам дают. Ну, что-то на этом не подействовало, что-то. Сильно-то хорошо. Так. В подсказке золотое яйцо, кстати, тоже есть. Но, правда, оно там не на Матильде, не на белой птице, а в другом месте находится. И мы прямо сейчас, кстати, можем его уже открыть. Вот здесь. Давайте несколько, хотя бы до восьмого дойдем. Я не знаю, есть ли на восьмом. Яйцо или нету. Ну, пауэрап этот пользы никакой не принес нам. Секундочку, подождите, а чё, пауэрапы не ограничены, что ли? Что-то как 9 было, так и осталось. Ну-ка, еще раз проверим. Давайте на могучем давайте могучего орла испробуем. Да, они неограниченные, прикольно. А я не знал, я только сейчас об этом узнал. Игру эту я вчера скачал, вечером узнал про это. И вот решил пролить свет. Собственно, на нее вам. Эй, немножко не хватило. Давайте прицел себе включим. Ну, где он? А, он уже есть. Просто версии для мобилок, где тоже есть усиление, там появлялась специальная труба сверху подзорная. Здесь не появляется. А, тут даже сундука нету. Значит, яйца здесь нет.
Можно все это пройти, в принципе, но, как я уже говорил, к сожалению, прогресс не сохраняется, и после перезапуска игры все нафиг слетит. Вот, открыли мы два яйца, давайте откроем еще яйца, которые есть в главном меню. При выборе аватара есть золотое яйцо. Я поставлю свинку, правда, это ничего нам не даст. Есть и золотое яйцо здесь, в титрах тоже, но тут тоже в другом месте немного находится. Я даже упустил его, по-моему. Вот оно. Есть яйцо. Нажимаем сюда, появляется яйцо. Странно, почему оно при нажатии сюда появляется. Но, кстати, ничего не происходит при нажатии на эту кнопку. Может из-за того, что это порт. Магазинчик не открывается. Аватар мы уже открывали. Здесь яичко есть. Здесь подарки, они должны по интернету, так сказать, работать. Но, как я уже говорил, не работает здесь у нас интернет. Еще 4 яйца у нас сегодня открыто. Ну и я не помню, где еще есть яйца, по-моему. Давайте их посмотрим. Они тут, кстати, не такие, как в оригинальном Angry Birds. Они тут другие. Ну вот этот уровень один из похожих, кстати. Уровень золотого яйца в оригинальном Angry Birds. Да, правда, он там был ночным и немного отличался. Не было вот этих динамитов с шариками. А динамиты были наверху. Сейчас наверху ничего нет. Так вот. Так вот, почему мне недолго удалось поиграть в эту игру, тогда в 2013 году, 10 лет назад. Я сидел за ноутбуке, играл в нее. Проходил один из уровней, кстати. Вот этот уровень я как раз проходил, до сих пор помню. Вернулись мои родители со школьного родительского собрания. Ну и лишили меня компьютера. За плохие оценки, за плохое поведение. Да, второй класс. Во втором классе самая-самая жесть была у меня. Жалею, что когда-то таким был, но сейчас уже давным-давно я изменился и веду себя хорошо. Ну, по крайней мере, я так думаю. Тогда я просто неуправляемым был вообще. Прикольный уровень, он мне очень понравился. Да, кстати, можно заметить, что на яйцах тоже можно получить до 3 звезд. В оригинальный Angry Birds, да, и в Angry Birds Seasons тоже. Там одна звезда давалась всегда за прохождение уровня. Так, а тут у нас отсылка на Angry Birds Space. Причем фон-то как бы тот же, причем. И в гравитации изменения у нас имеются. Бомба, кстати, другой звук немного. Наверное, давайте, знаете что, в конце, после того, как посмотрим эту версию, посмотрим, как выглядит нынешняя версия Angry Birds Friends в Фейсбуке. Заглянем туда. Хоть Фейсбук в России у нас не работает, VPN никто не отменял. Этот уровень является копией уровня золотого яйца в эпизоде Mighty Hawks. Одного из таких уровней. Но здесь он тоже немного переделанный. Появились динамиты вот здесь.
Но, к сожалению, вот эти птички синие не очень-то здесь хорошо отскакивают от этих бусинок. Будем надеяться, что динамит все-таки взорвется. Конечно, взорвется. Вот это тоже забавный уровень. И, кстати, тоже напоминает один из уровней золотых яиц в оригинальном Angry Birds. Где тоже там 4 короля свиней висело. Но они там на шарах висели, по-моему. В корзине. А тут немного по-другому. Это у нас что? Ага, тут у нас тоже из Mighty Hawks уровень. При получении золотого яйца открывается. Но здесь он тоже изменен. И здесь мы не просто кидаем птицу в эту груду свиней, а кидаем камни в них. Вот так вот. Давайте еще раз. Но мы, впрочем, можем использовать усиление да, вот это неправильно я сделал. И спокойно с помощью супер рогатки долететь и до них без проблем. Эй, блин, а? Да что ж такое? Давайте попробуем еще раз. По чесноку попробуем. По-честному. Ну-ка. Тык. Ну, можем мы попробовать и с усилениями. Удлиняем рогатку, делаем прицел. Что-то взрыва большого-то оно не нанесло. Большого взрыва что-то не получилось. Не, нифига что-то не получается. Ну ладно. Все остальное прошли. Давайте Mighty Hawks посмотрим. Ну, Mighty Hawks что? Ну, Mighty Hawks, в принципе, то же самое, все. Также 42 уровня у нас. Такие же, ничего не изменилось. Думаю, в принципе, можно особо и не смотреть. Вот Surf and Turf появился впервые в этой игре, по-моему. Здесь, кстати, другой ролик. Такой вот в виде комиксов. Этот эпизод, как я уже говорил, потом перекочевал в оригинальную игру. Angry Birds классический, первый. И давайте немножко пройдем тут, потому что на одном из уровней есть золотое яйцо. На одном из ближайших, причем, уровней. Эпизоды я целиком проходить не буду, потому что мы, когда оригинальный Angry Birds проходили, мы этот эпизод тоже проходили. Правда, это было очень-очень давно, там был убогий просто микрофон. Надо, наверное, перепрохождением заняться будет в оригинальной игры. Как-нибудь, может быть. Правда, это, конечно, долго будет все.
Так. На шестом, что ли, оно находится в уровне. Опа. Хорош. Но он, правда, остался. Так вот. Вот оно, вот, вот это яйцо. Кстати, в обновлении, где появился эпизод Pig's Tales, там золотые яйца вместо золотых яиц были пасхальные яйца. Но тем не менее, они все в тех же самых местах находились. Отлично. И давайте пройдем его. А, блин, вот этот уровень я хрен пройду, конечно. Я... Вот этот уровень у меня ни разу пройти чуть не получилось. Ну, во-первых, тут я не рассчитав сделал. Здесь обязательно вот этот, вот этих можно только синей птицей разбить. Вот сейчас получилось. Вот это и вот так, но я промахнулся. Это не навредит ей. Вот это бомба взрывать. Ну, короче, тут у меня хрен что получается. Давайте Пигни Бич посмотрим. Эксклюзивный эпизод. Всего 15 уровней. В принципе, он похож на Surf and Turf. Тоже островки, но немного... Но все же различается. Проходить целиком я его тоже не буду. Если хотите, можете скачать игру по ссылке в описании и сами пройти. Ну, еще раз напоминаю. Вам придется пройти все за один раз. Потому что после перезапуска игры у вас все сбросится. К сожалению, сохраняться здесь нельзя. Ну или, по крайней мере, я не знаю, как сохраняться. Здесь вот такие вот батуты еще есть. Ну и последний эпизод. Этот мне откроет. Этот не откроется. Green Day. Выключаем музыку. Выключаем звук, потому что. Короче, этот эпизод рекламирует панк-группу под названием Green Day, собственно говоря. Сделали вот такие вот 20 уровней под нее. Играет Green Day All Low. Рекламировалась эта панк-группа в этом эпизоде. Выключаем звук, потому что я не знаю, есть ли авторские права на эту музыку. Скорее всего, есть. Скорее всего, они есть. Если хотите поиграть, услышать и поиграть со звуком, то скачайте игру по ссылке в описании. На любом Windows заработает. На любом современном Windows. Вот еще эпизод. Отлично, все развалилось. Кто орет на улице? Вот, короче, в этом уровне есть секретка вот такая вот. Такая вот золотая хрень есть у нас здесь. Которую мы, к сожалению, не достали сейчас.
Может сейчас достанет. Ну чё, куда камера переключается? Дайте мне пока. Блин, не достанем мы это яйцо. Мы не достанем эту фигню золотую. Это бонусный уровень, кстати. Как вы, может быть, сами догадались тоже. Вот. Такой же звук, как у золотого яйца она издает. И, собственно, их две, я так понимаю, но в фандом Вики почему-то было написано, что она только одна. Про вторую там не написана информация. Ну, здесь надо буквы сложить. Скинуть на них. Наверное, лучше верхние. Верхние лучше скидывать, я думаю. Вот так. Всю сцену развалят сейчас. Так, вот получайте, ё-моё. На фоне музычка Green Day играет, поэтому и с выключенным звуком играем, как говорил уже. Вторая страничка, кстати, доступна уже с первого уровня. Но, как я уже сказал, в декабре 2012 года этот эпизод был удален. Потом пришел эпизод Pigtails, которого, к сожалению, в этой версии нету. В Game Jolt я нашел именно эту версию. Не знаю, есть ли порт, в котором есть эпизод Pigtails. Pigtails просто, точнее. Без пикс. Эпизод прикольный, конечно, но я не могу в него играть со звуком. Еще какой-то разблокировочный код нам тут предлагают. Код для Green Day последнего альбома. Нифига себе, ё-моё. Извините, но это не подействует, я не смогу. Ладно, такую вот мы интересную версию посмотрели. Теперь предлагаю посмотреть, как выглядит Angry Birds Friends сейчас в Фейсбуке. Итак, вот мы переместились в Angry Birds Friends нынешнюю версию в Фейсбуке. Короче говоря, вот так вот выглядит она. Как вы уже сами видите, она абсолютно другая. Ничего подобного мы не видели в прошлой версии. А, ну пауэрапы есть. Просто могучего орла нет. Так, этот 10-й этаж надо открыть. Ладно. Так, а что у меня... А, я проходил до этого, что ли? Я по-моему, как-то очень-очень давно запускал, наверное, версию эту. Тут что-то пройдено осталось. Ну ладно, давайте с первого. Ого, я уже забыл даже, что здесь такая графика. Здесь все стало каким-то более мультяшным все. И звуки другие. Но взрывается довольно прикольно. Абсолютно все другим стало, да. Вот так вот. Графика напоминает Angry Birds 2, кстати, для мобилок. Вышедшие в 2015 году. Да, есть, конечно, какие-то звуки из оригинальных частей. А, стоп, мы только что его играли. Четвертый, давайте. Этот прошли, а дальше пауэрапы проверим.
Вот этот, например, интересен мне. Вот, вот эти два, два новых. Должны появиться динамиты на шариках, я так понимаю. А, мы играем за динамит. Вот оно как. Ну, неплохой пауэрап, надо второй еще проверить. Проверяем второй. Что-то нифига тут. А, вот. Она не сразу прогружается. Показывают, как играть. Такой пауэрап, кстати, в Angry Birds этот. Какой-то видел еще другой. В Angry Birds Space что-то похоже пауэрап, по-моему, был. Бомба у нас появляется. А это что такое? А это выбрать рогатку? А это покупать надо. Не, извините, не буду. Ну, короче, вы все поняли. В принципе. Никаких золотых яиц, а все абсолютно другое. Но открывать турнамент я не собираюсь. Это до 10 этажа, это слишком долго играть надо. Ну, в общем, такая вот, собственно, игра. Как вы сегодня увидели, как она выглядела тогда, а как выглядит сейчас. На мобильных версиях, конечно, тех эпизодов не было. И изначально. И сейчас. Сейчас мобильную версию можно скачать в Google Play, но только не в России. Рой компания тоже против России, так как бы. Ну, в общем, не важно. На сегодня закончим. С вас и господи Псёза, с меня эпичные видосы. Мы в этот Game Jolt еще заглянем, там еще есть что посмотреть. Например, модификация на Angry Birds Star Wars, которая добавляет эксклюзивный эпизод из консольных версий. Обязательно надо глянуть. Подписывайтесь на стримский канал, сводите в группу ВКонтакте, на влоговый канал подписывайтесь, и всем пока.